Не менее знаменательное событие произошло в детской художественной школе нашего города. Ведь ее воспитанники накануне вернулись с гала-награждения, которое состоялось во Франции. Воспитанники художественной школы приняли участие и победили в международном конкурсе «Дети рисуют мир». И 7 участников были приглашены на награждение во Францию. Совершить поездку смогли только 4 ребят. Но все же это путешествие останется как у ребят, так и у преподавателей в памяти надолго. Ведь они не только привезли награды, но и им удалось принять участие во многих экскурсиях. Мы были во Франции, мы были в Италии, мы были в Монако, мы были в Монте-Карло. Сумасшедшие впечатления, флешка у каждого в голове переполнена, глаза круглые. Были в самых прекрасных местах, были в музее Пикассо, были на знаменитой площади Круазет в Каннах, где проходят каннские кинофестивали, фотографировались на красной дорожке. Юных художников и их наставников встречали самые близкие родные и друзья. Шарики, плакаты были подготовлены специально для победителей.